Друзья, сегодня мы приготовим вкусную пиццу за 10 минут. Это удивительно, но действительно на приготовление этой пиццы, вкусной, хрустящей, у меня ушло всего 10 минут. Я буду засекать на секундомере это все. Вот я вытащил пиццу уже из духовки. И сейчас объясню, за счет чего это получается. Мы используем хлеб для сэндвичей. На самом деле это очень качественный хлеб. Нужно обратить внимание на его плотность. Он в меру рыхлый, но не распадающийся. Он не раскисает от майонеза или кетчупа. Берем 4 штуки и включаем секундомер. Раскладываем на фольгу, чтобы проще было держаться нашей пиццы. Надо, чтобы она как бы представляла одно целое. Выкладываем кетчуп или томатную пасту на все кусочки по чуть-чуть, потому что у пиццы обязательно должен быть соус. Вот таким образом. Ну и потом разравниваем по всей поверхности. Выкладываем на каждый кусочек по такому кусочку или другому колбасной нарезки тонкой. У меня литовская, по-моему, колбаска. А сверху я укладываю копченую свинину. Мелко нарезал копченую свинину. Можно бекон, можно вообще это не делать. Натираю сыр, просто твердый сыр. Можно моцареллу использовать. Посыпаю сыром. Сверху выкладываю помидоры. Сыром стараемся просыпать швы. А помидоры я использую и красные, и желтые. Ну, то есть, занимаемся внешним видом, чтобы были красивые помидорки, красивый вид. Помидоры я перчу, красные перчу, а желтые мелкие нет. И нарезаю вот таким образом маслины. Они добавят и вкус, и, конечно, улучшат цвет. Отправляем в духовку на 7 минут, пока мы идем по плану. Ставим в турке кофе, варим кофе. Через 7 минут, 7.05, 7.06, открываем духовку, смотрим. Фактически уже все готово. Я включил на 220 вверх. Можно нашу пиццу доставать. Корочка у хлеба для сэндвичей твердая, она не будет ни крошиться, ни ломаться. Хорошо держит форму, пицца представляет одно целое, как мы и хотели. Время 9 минут 32 секунды. Пицца наша уже готова. Мы могли, конечно, ее маленько еще подержать в духовке, но так как мы в данной ситуации готовили на время, вы можете проверить это, либо побить мой рекорд. Я буду только этому рад. Разрезаем на 4 кусочка. Можно еще раз разрезать. Наливаем кофе. Завтрак прекрасный, готов или перекус. Я наливаю кофе в свою любимую кубинскую чашку, которую я привез с Кубы, где я был 8 раз и подумал сегодня, что надо как-то что-то приготовить из кубинской кухни. Разрезаем наш сэндвич. Надеемся, что наше видео вам понравилось, вы будете готовить с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь, если это так. Приятного аппетита, до новых встреч!